ударить правым коленом, завернуться на ногах. А я вам говорю, да, руки должны жить, они не должны стоять. Смотри. Раз, два. Она, эта рука, делает свое дело. Причем, вам говорю, когда бьете колено, не хватает ее так, чтобы он ударил в нос. Поэтому, когда мы ему вот она входит. Видите? То есть постоянно работает. Вот на этом, а руки живут. Руки постоянно живут. Они постоянно идут туда. Кулаками ли, ладонями ли, пальцами ли, там это уже дело десятое. Главное моторика, чтобы вы понимали, что у вас постоянно все двигается. Понятно? Поэтому бам, бам, опа, вот она рука, и отсюда да. Поехали. Которые бьют под камерами, и не видно, что, почему человек упал. Сейчас я могу всем пройтись, кто желает, посмотрит, посмотрите. Поставь. Зубы сцепи. Ножки взяли. Зубы сцепи. Все, хорошо. Нет, я не буду сильно бить, тихонечко, просто даже на этом уровне ты почувствуешь. То есть мы ставим, все, брат, и чуть. Вот с камеры, когда ты выкрутил под камеру, ставь, все, брат, бин, там видно только вот это. Человек, оп. Все, он обнялся, пошел. То есть, что происходит? Кто хочет попробовать еще? Все, движение вот, ребят, рука вот. Значит, сама техника, сейчас я вам покажу. Смотри, сама техника как бы идет, она очень простая, это вот его хорошо отрабатывать вот так. Я вам просто покажу, чтобы вы знали, как вот там вот, что нужно. Вот. Вот он встал, там берет руку. И вот самый простой, да? То есть оно вот. И видите, здесь все идет. Стык, разрыв сразу идет там сюда. Тогда. То есть дальше это вариации. Короткий удар. То же самое удар в печень, селезенку. Короткий. Видите, за счет чего идет? Как будто вы шуруту откручиваете. Это коротко. Опять. Это не для того, что мы стоим опять. Это когда замес, разговор другой. Я вам говорю о первом внезапном ударе. Первый внезапный удар. Он идет за счет вот этого вращения. Видите, за счет чего? Пистевое получается. Пистевое. Но опять, в этот момент, то есть мы можем получить травму. Да, если не соберем, если мы вовремя не соберем, то мы получим травму. Точно так же от прямого удара. Если вы будете бить прямой классический удар, он пойдет вперед на вас, мы тоже получим травму. То есть травму мы можем всегда получить, но это как чаще всего происходит от ситуации, которая нам не подконтрольна. По каким-то причинам. Здесь вы, опять, я говорю о чем? Об ударе, в котором является вы инициатор. Вы инициатор. Удар. Вы говорите, он идет, куда ты? А ты в охране работаешь. Стой, брат, туда нельзя. Человек куда нельзя? Бам! Да что ж ты напился? Ну он, видите, проходит туда. И достаточно, да? Ощутим порог, да? Еще хап. Раз, он туда приходит. Он поворачивается туда, раз, и сразу возвращается. И сразу возвращается. Хорошо. Понимаете? Легко. Почему говорю, здесь не надо напрягаться. Легко. Кинул, и все. Секретная техника не поможет никакой. Вообще секретов-то их нет. Они все тут плохо лежат на поверхности. Это работа, ваша личная работа над самим собой. Искать какие-то пути, искать какие-то решения. Вот, например, отвлекусь немножко сейчас от маятника, да? Не-не-не. Вот идет прямой удар. Вот мы все знаем, удар сайдстеп, да, и удар через руку. Бокс обычно. И мы обычно бьем, ну, обычно что-то. Ну, а чтобы его исполнить, для этого нужна очень хорошая подготовка, очень много спаррингов, очень много боев. То есть это здесь больше играет даже не столько техника, сколько видение. И там раз увидели, да. Теперь смотри, вот этот момент такой же. Вот как я вам сейчас говорил, ходим, да? И вот он бьет, а я ему сразу бью туда, я даже ничего не защищаю. Почему? А там же структура в этот момент. Видите, что произошло? Уведение туда, и сразу идет атака. То есть, что я сделал в данный момент, да? Я отработал себе такую технику, организовал, что мне в голову не приходится ломать, как защититься от прямого удара. Я сам атакую, возьму, и все. То есть, вы просто атакуете сами. Даже если он чуть боковой будет, да, он будет прямой, видите, уже я уже прошел туда, он раньше придет боковой, вот дуга, прямой идет прямо. А если он идет классический, то он как раз прошел. А если он идет классический прямо. А если классический, то он туда, вот так и так будет проходить. А нам еще же основное то, что решение снизу и скорость точности. Оп, как там, раз, все. Понимаете?
То есть быстро, внезапно, в нужные места, в нужное время.